Всем привет! Решил записать маленькое видео про кроссовки, которые очень похожи на Easy Foam Runner, но которые являются аналогом, которые стоят вместо 20 с лишним тысяч, порядка 1000 рублей. Заказал на Валберес, пришли вот такой вот упаковки. Не в коробке, а в пакетике. И эти аналоги называются, если кому интересно, панталеты пляжные Эва мужские. Вот такие вот они, очень похожи на оригинальные. Давайте покажу вам, как они выглядят на ноге для человека, который купил их и в них ходит. К сожалению, на улице у нас сейчас зима, поэтому пройдусь вот для издруг по квартире. Если взглянуть пристально, видны некоторые шероховатости, но в целом у меня замечаний нету. Брал я для себя кататься летом на сабборде. Также хочу отметить, что скорее всего носить их надо с носком, но тем не менее они реально удобные оказались. Всем спасибо за внимание. Мы с котом внимательно смотрим за вашими комментариями и лайками.